Здравствуйте, уважаемые коллеги и зрители канала «Заметки электрика». Сегодня я продолжу знакомить вас с электрооборудованием из Поднебесной. А это уже известная вам компания Томзн. Я уже проводил испытания дифференциальных автоматов этой же фирмы. Сейчас у меня проходят активные испытания автоматические выключатели вот этой же компании Томзн. А сегодня я хочу познакомить вас вот с таким блоком. Это у нас блок АВР, то есть блок автоматического ввода резерва от этой же компании. Данный блок предназначен для осуществления переключения в однофазной сети. То есть здесь имеется у нас рабочий ввод, он обозначается буквой N, и резервный ввод обозначается буковкой R. И на каждом вводе у нас установлены двухполюсные автоматы. Ну, сейчас их как бы не совсем понятно и видно, что это автоматы, но я в дальнейшем покажу. Еще у нас есть разновидности с трехполюсными автоматами и четырехполюсными автоматами, то есть под трехфазную сеть, в зависимости от того, какая у вас система заземления. Если у вас система заземления TNCS, то можно уже рвать 0 и, соответственно, применять 4-полюсные автоматы. Если же у вас еще старая система TNC, то тогда уже применяется 3-полюс. Данный блок, к сожалению, крепится не на один рейку, а на монтажную панель. По конструкции здесь все элементарно. Это у нас 2-полюсный автоматический выключатель. Вот. Причем этой же компании Томзн. Здесь у нас второй двухполюсный автоматический выключатель от этой же фирмы. А в центре у нас расположен мотор-привод с некоторым переключателем выбора режима работы данного блока. По номинальному току данный блок АВР имеет ток 63 ампера, что более чем достаточно для однофазных сетей. А вообще разновидности у них есть разные. Есть вот от 6 ампер, 6, 10, 16, 20, 25, 32, 40, 50, 63. И, как я вот уже говорил, есть двухполюсные, трехполюсные и четырехполюсные модели. Можно заказать устройство как с характеристикой автоматов C, так и с характеристикой D. Что очень удобно для определенных целей. Вот сейчас у нас включен автомат рабочего ввода. Мы можем в ручном режиме переключить рукоятку мотор-привода на автомат резервного ввода. Соответственно, этот автомат у нас отключается, этот автомат у нас включается. Осуществляется это с помощью вот этих вот рычагов, которые соединены с нашим мотор-приводом. Схема подключения блока самая простая. Сюда подключается фаза 0 с источника питания, электрические сети. На второй наш коммутационный аппарат подключается второй ввод. Либо с сетей, либо с генератора, у кого что будет применяться. Выходы с автоматов, они просто-напросто параллелятся. То есть 0 соединяется с 0, фаза соединяется с фазой. Сейчас у меня стоит на резервном вводе, я включаю питание. Оп! И видим, что блок автоматически переключил питание на первый ввод. То есть на основной наш ввод. Горит соответствующая лампа. Здесь есть переключатель двух режимов. Есть авторежим, вот он здесь отображается, и мануал, то есть ручной режим. Мы можем автоматический режим отключить. В чем разница? Дело в том, что в автоматическом режиме при пропадании питания на основном вводе блок переключает нагрузку на резервный ввод. Как только у нас напряжение на основном вводе появляется, блок автоматически переключается на основной ввод. Давайте я это сейчас продемонстрирую. Вот имитирую отключение первого ввода. Вот видите, то есть питание у нас здесь пропало. И блок автоматически переключил потребителя на второй ввод. Соответственно, вот у нас загорелся тут наш индикатор. Теперь сымитируем, как будто напряжение у нас восстановилось на нашем основном вводе. Оп! Блок автоматически переключился на основной источник питания.
То есть здесь вот еще наглядно отображается наличие напряжения на обоих водах. Давайте я вам покажу ручной режим. То есть я ставлю переключатель в мануал, в ручной режим, и имитирую исчезновение напряжения на основном вводе. Оп! Видите, ничего не произошло. То есть здесь вот погас светодиод, символизирующий о том, что питания на основном вводе нет. И блок у нас не отработал. Этот автомат у нас и не отключается. Ну, давайте переведем сейчас на резерв и переключим в ручной режим. То есть сейчас у нас напряжения на основном вводе нет, включен автомат резервного ввода и режим у нас ручной, напомню, и сейчас я имитирую появление напряжения на основном вводе. Оп! То есть только лишь загорается здесь соответствующий светодиод, что напряжение появилось, а блок у нас на основной ввод не переключается. Переключу в автомат, и у нас блок переключится на первый ввод. Вот и все. Вот такой вот простой и незамысловатый алгоритм работы данного блока. И самое интересное, что его стоимость составляет даже меньше 1000 рублей, когда подобные блоки АВР, имеющиеся на рынке, имеют стоимость в несколько раз дороже. Не в 2, не в 3, а даже больше. Да, безусловно, у него есть свои и недостатки. Недостаток какой, я считаю, хотя это может быть даже и недостаток, а просто не было такой цели. Было бы круче, если бы в него встраивалась защита по напряжению. То есть он бы имел какие-то регулировки, можно было выставить уставку. Например, по какому порогу переключать на резервный источник, когда переключать и прочие регулировки, прочие возможности. А здесь же придется его использовать чисто как автоматический переключатель с основного питания на резервный, а до этого блока уже выстраивать отдельно систему защиты. То есть отдельно у нас будет там в одной автомат, отдельно будет какое-то реле напряжения. И оно будет размыкать питание, блок этот будет реагировать и переключать, соответственно, на резерв. Вот только так. Ну, в принципе, это даже более чем достаточно за там, 800 или 900 рублей данный блок стоит. Я ссылочку на него оставлю в описании под видео. Как я и говорил, здесь установлен двухполюсный автомат. Вот, закрыт он такой крышкой сверху. А вот здесь вот видно, как это все дело у нас управляется. То есть вот у нас есть рукоятка нашего мотор-привода. Вот я сейчас плавно веду. Оп, сейчас отключился наш резервный автомат. И сейчас будет происходить включение нашего основного. Оп, включился. Также обратно, потихонечку. Отключился и происходит включение резервного. Ну, давайте ради интереса посмотрим, в какой период что у нас отключается. Хотя, в принципе, это уже было все слышно. Вот, ведем. Оп, видите, этот автомат у нас резервный отключился. А этот у нас еще не взвелся, не включился. И вот потихоньку ведем. Оп! И вот в этот период уже силовая часть замыкается у автомата. Оп! Готово! Забыл упомянуть про вот эти выводы. Это у нас 4 вывода. Первые две клеммы относятся у нас к основному вводу. Третья, четвертая клемма относится к резервному вводу. В общем, идея какая, что когда у нас включен автомат основного ввода, здесь у нас имеется напряжение. Здесь его нет, видите? То есть сюда можно подключить
какую-нибудь сигнальную лампу, катушку, контакторы и прочие устройства для цепей сигнализации и тому подобное. То есть сейчас, допустим, я вот отключу, и видите, напряжения у нас здесь нет. Оп, напряжение появилось. И аналогично со вторым контактом, относящимся ко второму вводу. Естественно, что это слаботочная нагрузка, и ни в коем случае сюда не нужно подключать мощные потребители. Крышка легко одевается и вот здесь защелкивается. Ну и еще в заключение добавлю, что правильная схема подключения, когда у нас используется слева фаза, справа 0. И естественно здесь также. Я подключал абсолютно наоборот, и никак это на работоспособность блока не повлияло. Единственный момент, что для цепей сигнализации здесь вот у вас таким образом будет рваться не фаза, которая вот коммутируется от фазного зажима, а будет рваться 0. Это надо учитывать и подключать, естественно, что наоборот. Вот один из выводов, вот, он соединен у нас с одной из клеммы, вот с этой, с N. А вот эта клемма, она как-то там коммутируется. То ли там какие-то герконы стоят, то ли еще что-то, я не знаю, это надо его снимать. В остальном для подключения питания фаза или 0, разницы никакой нет. Главное это соединить выходные одноименные зажимы наших двух автоматов. В общем, вот такое получилось небольшое видео про блок АВР от компании Томзн. Если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, задавайте их в комментариях. Если вам понравилось видео, обязательно ставьте лайк, обязательно подписывайтесь на канал, обязательно нажмите на колокольчик, чтобы получать своевременно уведомления о выходе новых видеороликов. Также присоединяйтесь в наш чат Telegram, также подписывайтесь на меня в Instagram, присоединяйтесь в группу ВКонтакте. Ну, на этом все. Всем спасибо за внимание. Ну а с вами, как всегда, был Дмитрий, автор канала «Заметки электрика». До новых встреч!